Всем привет, дорогие мои друзья, игрожу вам настроение, с вами Рэй. Сегодня мы поиграем в один замечательный раннер, который называется Коридор З. Здесь нам придется убегать от зомби. И у нас тренировка, ребята. А. Использовать объект, понятно. Д. Использовать другой объект. В принципе, все понятно. Так, поворачиваем. Замечательно. Так, подпрыгиваем. И еще что-то должно быть. А, опять поворачиваем. В общем, ребята, у нас... Ага, подобрать. Пистолет. Спейс, стрелять. Оу, 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 оу. Довольно неплохо, ребята. Вот, поворот. В этом и будет заключаться наша суть. Убегать от зомби по этим коридорам. Соответственно, преграждать им путь, чтобы они нас не догнали. Оу, щит, 80 метров я всего, ребята, пробежал. И у нас открыто достижение. Хорошо. Но не тут-то было. Мы все-таки успели спрятаться. Главное, что тренировку мы с вами все-таки прошли. Так, отлично. Я получаю 159 очков. И давайте уже переходить непосредственно к самой игре. Обучение, все было нам понятно. И день первый, выжить. Так, мы открываем с вами новый перк. Ага, мы сможем носить с вами оружие. Ясненько, замечательно. 359 золотых. Так, это у нас Логан. Пробежать 100 метров. У нас вот такое будет задание. В школе мы с вами находимся. Как вы видите, здесь очень много будет костюмов. Также здесь у нас будет Меган, барышня, и Вильямс, это вояка. Вот. Можем играть за трех, но я буду играть за Логана пока. Слушайте, довольно дорого стоят для них вот эти вот костюмчики новые. Вы посмотрите, 2000 баксов. Арендовать можно за соточку. Но это всего лишь на один раз. А нам нужно на постоянку. Также здесь, ребятушки, есть аптечки, но, я так понимаю, их нужно крафтить. Вот, можем апгрейды делать. Оружие здесь тоже будет очень и очень много всевозможного. Так, вот у нас карта. Ну что же, давайте, наверное, с вами какое-нибудь задание выполним. Так. Тут надо повернуть 3 раза влево. Ну, пробежать 3 коридора, вроде бы, я так могу понимать. Так, покупаем с вами этот перк. И погнали. Вау, щит. Ребята, это вам не обучение. Оу. Черт подери, блин, я пропускаю. Пропускаю, ребята, всякие преграды. Я весь теряюсь, путаюсь. Черт. Блин, они меня настигают, гады. Вау. Совсем близко уже. Фу, немножко оторвался, прыгаем. Так, ать, не успел, ребята, прыгнуть. Ёпрасоты, я не успел, ребята, повернуть. Но 181 метр я все-таки пробежал. Интересно, а задание я выполнил или нет? Смотрите, 12 долларов я получил. У нас вот новый рекорд. Сколько достижений я получаю? Просто одно за другим. Так, ну-ка давайте посмотрим по карте. Нет, ребята, не выполнил я. Черт подери, я не знаю, может быть, нам стоит взять другое. Тут, смотрите, использовать 5 объектов, тут использовать 3 скилла. Давайте-ка еще, наверное, разочек мы с вами попробуем. Так, отстреливаемся от этих гадов. Хрен, как говорится, вы ко мне прикоснетесь. Черт, какой слабый пистолет. Бросаем. Еще разок бросаем. Поворачиваем, ребята. Ух! Писались, наконец-то, мы с вами в поворот. Опачки. А, не успеваю, ребят, не успеваю. Что-то чересчур они как-то быстро бегут. Ой, ё-моё, опять я прозевал поворот. Ребята, 169 метров пробежал. Всего лишь, да. И, как я понимаю, все равно я не выполнил. А, нет, все-таки одну выполнил, но надо еще 2 раза сделать. 2 поворота. Так, а жизни-то у сколько у Логана? Всего лишь 1 осталась. Ну, они, ребята, со временем потом подкапливаются. Это у нас все-таки порт с андроида. Как ни крути, только, наверное, как обычно, более расширенная версия. Так что, если хотите играть, то ищите эту игру на андроид.
А я ее скачал со Стима. Опа, отлично. Пока хорошо поворачиваю, ребятушки. Главное вовремя поворачивать и, как говорится, преграждать им путь всевозможными коробками. Поворачиваем. Замечательно. Все, ребята, миссия выполнена, которая у меня должна была быть. Шикарненько. Оу. Ну что, трупачки? Есть, 50 бакинских я собрал. Воу-воу-воу-воу, рожи какие противные. Елки-палки, посмотри. Прям по пятам идут. Да отвалите вы от меня, уроды. Черт, не успел, ребята. Надо было пистолет взять, но нифига не получилось. Так, отлично. Не подходите ко мне. Держитесь меня подальше, твари, а. Поворачиваем, ребята. Вот так вот, шикарно. Эх, немножко не успел. О, получилось. Хрен, как говорится, вы ко мне дотронетесь. Давай, давай, давай. Все, будем, блин, не успел, не успел, ребята. Оп. Фак, меня заносит, а их главное хрен, да, на этих поворотах. Ух, как я далеко от них оторвался-то уже, посмотрите. 587 метров пробежал. Черт, а, успел, успел, ребята, я взять пистолет, я думал, опять мимо. Да, как-то он не ахти стреляет, видимо, надо его апгрейдить. Поворачиваем. Ух, блин, аж дух захватывает. Ой, щет, но все-таки рекорд у меня, ребята, 707 метров. Оу. Я использовал попытку дополнительную и бежим с вами дальше. Черт подери, как же вы быстро меня догоняете, а, сволочи. Да отцепитесь от меня, вот так вот. Ух, замечательно. Черт подери, это что еще за уроды, а? Зомби-баскетболисты. Ёк-ломаны, охренеть, у них скорость-то в разы быстрее, чем у простых зомбарей. Ай, фак, заколбасили, ублюдки. Нет, не буду я еще раз 100 бакинских тратить на попытку. Пока, наверное, и так хватит. Фух, ну это была действительно жесть. С ними бороться бесполезно. Так, что-то мы получили, плюс соточку. Так, у меня 1106 очков. И это довольно неплохо, я считаю. Так, ладно, здесь мы с вами выполнили задание. Так, что у нас тут? Сеттинг. Сеттинг это что? Это у нас настройки, да? Дайте-ка мне поставить хай графику. Так, в окне full screen. Подожди. У меня должно быть... Ну да, в принципе, вот так вот. Так, музло включено, здесь все включено. Steam Cloud, это, по-моему, синхронизация. Гамму и маленечко прибавим. Все, больше нам здесь с вами делать нечего. Так, армори. Тут у нас апгрейды. Еще раз повторюсь, здесь у нас шмотки, которые мы можем покупать. Не знаю, влияют ли они как-то на скорость, там, на живучесть. Без понятия. Пока я еще ничего себе, ребята, не покупал, как вы видите. Блин, может быть, солдата этого выбрать, а? Так, Логан. У Логана, ребята, как вы видите, все. Жизни кончились. У него дается 3 попытки. Но еще раз повторю, что они копятся. Для того, чтобы скрафтить, нам аптечки нужны определенные элементы. У нас ничего этого нету. Так, по карте у нас вот это задание выполнено. Тут пробежать всего лишь 100 метров в кардио. Ну, просто, знаете, как... Легкая такая разминочка, мы должны пробежаться. Там должны использовать 5 объектов. И, как еще раз я повторю, использовать 3 скилла. На 7-й день у нас здесь откроется выживание. Такое жесткое, так скажем. Так, вот где вот брать только вот эти ингредиенты? Видите, тут нужны таблетки, какие-то фильтра и вода. Сколько мы с вами бегали, пока еще ни разу этого нам не попадалось. И мы в данный момент с вами находимся на 2-м дне. Так, ну что, вот у нас Вильямс. Давайте, наверное, за него и поиграем. Так, перк у нас куплен. Это у нас все еще пока закрыто. Оно откроется на 2-м дне. Потом на 5-м дне, на 8-м и на 11-м. Все, в принципе, ясно. Ух, побежали. Да, не успел маленько. Вот, вот это другой разговор. Шикарно. Да подавитесь вы, гады, бочками, блин. Так, подобрали 50 бакинских, хорошо.
Вау, миссия выполнена. Ребята, 100 метров мы с вами пробежали просто, знаете, как на разминке. Блин, ну почему такой дерьмовый у нас пистолет, а? Не убивает сразу же. Йола настигает, настигают козлы. Вы посмотрите, прям по пятам у меня идут. Ну дайте хоть каких-то объектов, а? Вот, объекты пошли. Черт, не успел прыгнуть. Фак, 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 фак. Давай берем пистолет этот. Ай, щет, ё-моё, прям, прям зашкварник схватил и повалил. Ублюдок, а? Черт. Так, опять мы с вами закрываемся. Но главное, что мы прошли с вами миссию. 100 метров пробежали. Блин, сколько здесь дают достижений. Обалдеть просто. Так, ладно. У нас с вами, по идее, так, 523 золотых. 2000, блин. Костюмчик, конечно, офигенно прикольный. Ну и цена тоже офигенно прикольная, согласитесь. Так, ну, за Меган, я не знаю, может быть сейчас поиграть или попозже маленько. Две попытки еще есть у нас. Так, у Меган практически полностью все. Все здоровье, потому что за нее мы пока не играли. Так, по карте у нас осталось два задания. Баррикады. Это использовать 5 объектов, я так понимаю, 5 преград нужно бросить. Так, одна есть. Вторая. Третья. Четвертая. Пятая. Все, ребята, миссия выполнена. Так, ну мы-то с вами не будем сдаваться, согласитесь. Будем бежать до последнего. Вот так вот. Блин, а... Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, настигаюсь. Черт бы их побрал. Всего лишь-то 149 метров я пробежал. Как-то кисло, если честно. Ну ладно, сделали мы это задание. И у нас остается здесь всего лишь одно. Кстати, для чего это все сделано? Когда мы выполним вот эти вот все задания, да, мы с вами перейдем на следующий день. Это как бы у нас все это выполняется в один день. Наше задание по выживанию. Так, использовать 3 скилла. Я вот, честно говоря, не знаю, что за 3 скилла. Но будем пытаться сделать это. Так, это у нас не скиллы явно. Подобрали 50 ботинских. Давай, бросай, родная моя Меган. Все пока под контролем. Но эти чмыри бегут довольно быстро. Повернули. Ага, значит, нам нужно только лишь повернуть, получается, да? Нет, нифига. Ума не приложу, что за скиллы. Опачки. Вписались в поворот, замечательно. Так, пистолет взяли. Хо-хоу. Так, ребятушки, миссия выполнена, как вы видите. Не знаю, оу, а, ё-моё, я... Почему она не выстрелила у меня, а? Вблизи эти зомбари просто вата. Вы это прекрасно видели, она им бошки выбивала только на ура. Ладно, это уже не имеет значения, ребята. Мы с вами здесь выполнили абсолютно все миссии, так? Так. И означает, что да, ребятушки, мы переходим с вами во второй день. И у нас появился новый перк. Это какая-то мина на движение. Странно, как она будет себя вести. Оу, щит. Так, что у нас тут нужно? Что-то не пойму, что-то с оружием связанное. Так, давайте купим этот перк. Заодно заценим его. Так. Отвалить, урод. А, вот он, ребят. Неплохо. Совсем неплохо. Такие глаза, да, там в темноте, блин, бегут. Опачки. Хрен догоните, сосунки. Хотя зря так, наверное. Они сейчас меня догонят, еще и порвут. Так. Опа. Подобрал 50 бакарей. Они на дороге не валяются, они валяются только в коридорах. Ну-ка, опс, отлично. Оу, отличная мина, ребята, просто шикарная. Так, 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 поворачивай. Оу, щит, а почему не повернул? Я же прекрасно видел этот поворот. Фак, а? Не вписалась, короче, моя девочка и влипла. Но... Тем не менее, мы с вами прошли это задание, и давайте переходить тогда к следующему. Так, все, попыток больше у Меган нету.
Так, что у нас тут? 100 чего-то, 20 выстрелов нужно сделать. Здесь что-то нужно подобрать. Голубой свет какой-то. Интересно, что за голубой свет? Так, Вильямс, Меган. Что, у нас остается только Вильямс, я так понимаю. Только у него в данный момент 2 хпшки. Да-да-да-да-да, давай, Вильямс. Опа, мины. Хе-хе-хе. Чмыри. Зомби, чмыри. Так, давай-давай. Оп, молодец. Малорик. Поворот. Прикольно. О, ё-моё, блин, отвлекся маленько. Хотел сказать, прикольно мы идем с вами. Да, добегались. Не прошел я ни шиша. Какой-то голубой свет нужно задействовать. Не знаю, какой, правда. А нет, смотрите-ка, у Логана тоже у нас 1 хп. За счет медицинского оборудования мы, по идее, должны подхилиться. Но у нас ни черта не выйдет, так как вообще нету пока ни одного ингредиента. А их нужно 3. Все это будем мы искать с вами по этим коридорам, собирать, после этого будем делать. И еще раз повторю, я не знаю насчет костюмов, как они влияют. Так, ну здесь нам делать нечего, здесь мы с вами были. Так, тут еще елки-палки. Ого, диалоги, какие-то записки и ролики. Ну, интро вы сами видели, это начальный ролик. Так, ладно, дофига тут всего. Жалко, конечно, ребята, что игра не на русском языке. Все на английском, поэтому все эти записи будут на английском языке. Также и диалоги. Вот, SMG, револьвер, дробовик, магнум. В общем, оружия хватает. Мне просто жалко, ребятушки, денег. Ну, хотелось бы, конечно, купить себе шмотку. Мне кажется, они здесь все-таки неспроста даны, да? Наверное, не просто поменять скин, а все-таки какую-то прибавку они должны давать. Так, еще апгрейдим, наверное, разочек. Все. Еще немножко, и наш пистолет будет полностью апгрейден. Буквально 4 из 6. Так, Меган, Меган. Блэк Мамба. Нет, Блэк Мамба нам не нужна. Такие, знаете, все на нервах, в стрессе. Окей, окей. Зомби нападают. Естественно, елки-палки, они заперлись в каком-то кабинете и якобы должны отсюда сбежать. Ну что, давайте за Логана, наверное, сыграем с вами, да? Выберем какой-нибудь, вот, 20 выстрелов, а здесь 100. 100 чего, фиг поймешь. Не знаю, ребята. В английском не очень хорошо соображаю, поэтому... Оу, щит. Да, 27 бакинских. Этого мало очень. Придется нам побегать без мины. Ну, может быть, что-нибудь у нас да получится. Ха-ха-ха-ха. Блин, прикольно от них так отрываться и расстреливать их. И мне нравится еще, как он в эти повороты вписывается. Довольно круто. Подожди, а что? Оу, что-то подобрал, какую-то записочку. Или телефон. Ну, по крайней мере, звенел там телефон. Так, опа, пистолет мой. Нате, выжрите, гады. Пистолет почти полностью у нас апгрейжен. По идее, должен дамажить, будь здоров. Но я что-то не замечаю, какой разницы вообще. Как был до этого, так и остался. Так, слушайте, я уже довольно далеко убежал, смотрите. 50 бакинских. 400 метров пробежал, елки-палки, ребят. Ага, успели. Давай, давай, все тут опрокидываем нафиг, не даем. Пистолет мой. Хе-хе. Все-таки вблизи он их как-то намного лучше колбасит, чем издалека. Ай-яй-яй, не успел. Уу, щет. Блин, отвлекся на стрельбу и врезался. Ребята, а у меня были неплохие шансы оторваться от этих уродов. Очень даже неплохие. Но зато я выполнил миссию. Так, что у нас тут? Новая страничка. I'm panicking. No, yes, I don't know. Я не знаю. Так, что-то у них тут связано с лучшим доктором в генетических делах. Маленький брат. В общем,
В общем, ничего не понятно, и не хочу даже заморачиваться, если честно. Так, ладно, давайте тогда мы с вами еще сбегаем. Так, у Логана больше попыток, как вы видите, нету. Аптечки у нас нету. Через 2 минуты 36 секунд будет откат. У Меган через минуту. А у Вильямса еще есть 2 попытки. Так, ну что же, давайте тогда сделаем, наверное, вот это вот. Лут. Так, денег хватает. Вот так вот, экипируемся. Погнали. Так, где мина? Мина, не вижу мины. Ага, вот она мина. Бабах, шикандос. Не возьмете, гады, меня. Я же вы мне дамся. Причем они через преграды даже не перескакивают, а просто пробегают. Так. Взорвитесь, гады. Не, ну согласитесь, довольно прикольно сделан раннер такой. Так, все, ребята, мы выполнили с вами миссию. Как говорится, это самое главное для нас было. Блин, что-то там пропустило, ребята. Что-то валялось у нас на земле. Я так думаю, что что-то ценное, нужное для нас. Так, почти 400 метров, ребята, за спиной у нас. Интересно, как далеко я смогу от них убежать? Они меня настигают. А, пистолет взял, все-таки успел. Не продинамил. И это радует. Все. Они все быстрее и быстрее двигаются. Вот смотрите, черт подери. Все-таки схватили гаденыша. Они набирают скорость. Чем дальше я пробегаю, тем быстрее они набирают скорость. Ублюдки. Ладно. Эта миссия у нас тоже с вами сделана. И осталась всего лишь здесь одна. Также у нас осталась одна хпшка. Так, 20 выстрелов всего надо сделать. Такое будет задание, в принципе, одно из наипростейших. Ну, а на этой ноте я буду, наверное, ребята, завершать это видео. Всем большое спасибо за просмотр. Если понравилось, ставим лайк и проходим эту игру дальше. Ну, а на этом все. Всем пока. До скорого.